Всем привет! Пришла мне вот такая кикимора с Китая. Долго, правда, шла. Там еще штаны есть. Ну, сейчас этот коронавирус, поэтому долго шла. И мне уже успели даже за нее деньги вернуть, она все равно пришла. С Димончиком на охоте. Вон там Макс бежит. Вчера приехали, искали тут гусей. Нашли здесь на поле. Много было. Ну, с утра было где-то, блин, пару сотен. Мы поехали, взяли путевки, вернулись. Гусей уже не было, их тут трактор калий разбрасывал. Калийные удобрения. Они снялись. Мы выкопали комфортабельные ямы себе. Вечером гуси прилетели. И как начали лететь, ну, прямо вот здесь, вот возле наших ям, они там буквально 20 метров... Падали, несколько тысяч, блин. Ну реально, просто со всех сторон летели. Ну тысячи две, наверное, прилетело в итоге. Ну а там, где тысяча гусей, там и тысяча охотников. Поэтому еще прилетели охотники туда, вот там сидят. Сколько? Метров 250-300. Там на поле сидят, за тем бугром тоже. Где подальше, где-то полкилометра. Гусей много, кстати, летит. Там скрадок. Короче, где-то 4 команды, где здесь на поле. Тяжеловато охотиться, потому что налетает, где-то там кто-то стреляет. Короче, что-то не нравится. Не знаю, замаскировались мы четко. Гуся уже стреляют которую неделю, и он уже профилей этих шарахается, манков шарахается, всего шарахается. Но тяжело, очень тяжело сейчас охотиться сегодня. Мы пропускаем сейчас еще на круг. Сейчас найдет, будем бить. Готовься. Слева. Раз, два, три, бьем. С полем. Гумяшек. Ну бегай, сбегай, Макс, сбегай. Давай. Я слышал, что он так гагак. С полем, Максим. Гумяшек. Красавец. Небольшой такой гумяшек. О, нормально сидеть, вот так и сидит. К четверке два или три прибилось, пристало, и они раз и сразу пошли туда, прямо и пошли. Они как бы заходили на круг, поворачивали сюда, а те летели сверху, ну, со спины, и слетелись вместе, и... О, сзади. А прямо, видишь, заходят. Будем бить, не? Что бьем? Блин. Это они высоко стреляли, капец. Не стреляем, подожди. Блин, нормальный такой котел, конечно, собрали. Если бы они не выстрелили, то... Ночка над нами. Да. Ну, не прям высоко-высоко, но высоковато. Для выстрела. И пара. Давай. Далеко. Эй, высоко, блин. Высоко. О, один летит на нас. Тянет спереди. Блин, нифига мы по нему стреляли, сколько... Столько раз, блин. Белолёбчик. С полем. С полем? Большой. Ну, такой нормально. Пойдет.
как мы его тут отуплили. Вот так. О. Вон налетают, видишь? Будем пробовать? Высоковато, блин. Может, накрутят все-таки ниже. Блин. Троечка. Ни одного не сбили, да? Блин, высоко, конечно, стреляем. Высоко стреляем. Ну, далековато было. Ну, высоковато. Блин, ну не снижаются. Крутят на одной высоте 50 метров. А вон справа пара, видишь, идет? Заходят вроде, да? Блин, не, ждем. А вон и третий к ним. На них пошли, да? Вот говнюк. Пятерка спереди. Может, зайдут. Тихо. Давай, можно пробовать. Давай, бьем. Да. Падает. Забирай. О, нифига себе. Лови его. Все. О, блин, да хороший гусак. Не, наоборот, переверни телефон. Угу. Хороший белолобыш. Слышал, гумяш один летал, тут летело. Гага. О, какой вообще, но гусак, красавец. С полем. Кучу патронов выстрелили. А? Толку, конечно. Не, ну у них там, конечно, фиг вам конкретный, но... На пределе эти выстрелы, конечно, беспонтовые, блин. У них этот фиг вам огромный, все равно, видишь, налетает. Говорю, все, блин, вот заходят со спины налево, крутят, у тех охотников. О, прямо, смотри, находят. Да. Надо, наверное, сразу бить, если зайду. Блин. А куда вы в космос стреляете? Ну, ё-моё, ну. Вороны, да. Кстати, кикимора недорогая, намного дешевле, чем у нас в Беларуси, по крайней мере, продается. Если кому-то надо, можете рассмотреть вариант, я ссылочку оставлю в описании. Шлем не очень этот удобный в кикиморе, надо переделывать на капюшон. Вон гуси летят, пока вы тут херней занимаетесь. Подворачивают. Видел, как я его развернул? Будем, конечно, если налетят. Я левого. Высоко или что, не могу понять. Слышно было, как этого, как дробь.
высоко, конечно, чтоб чуть ниже, на метров 10. Вообще на пределе, мне кажется. Слышно было, что попадала дробь по перу. Капец, охота сегодня. Попала, но не упала, ему Макс подсказывает. Лучше охотиться одним, пускай гуся будет меньше. Будем бить или нет? Будем бить. Да. Блин, а что у меня не перезарядило-то, а? Гильза уткнулась, блин, не перезарядила. Беги, беги, беги за ним. Ты увидел, куда он упал? Вон на белый дом, видишь, беги. А, не в него стреляю. Вон слева забери этого. Да, а ты не видел? Забери его, вон он сидит. Поле. Небольшое, да? Ну, они добрали его. Ну, блин, с того ракурса, с которого они шарахнулись, ну не могли они с кратки увидеть. Что-то вот профилях, значит, не нравится, получается. О, о. Блин, не вижу, сбили они его или нет. Да, вижу. Но они уже шугнулись от выстрела. Сейчас возвращаются уже с полей, вообще не реагируют. Море, такие табуны. Тысячи летят. По 100, по 50, по 200. Летят и летят, клинья такие огромные. И вообще они реагируют ни на что. Летят на воду. Да, тут уже этих одиночек летало. Короче, решили собираться. Гуси летят еще. Уже 11, охотиться можно 12. Гуси летят, все на воду куда-то летят. Вот такая вот охота получилась. 4 сбили. Ну, в принципе, 5 сбили. Подранок там утянул к другим охотникам, и они подобрали его, добили. 3 белолобых, 2 молодых, 1 большой и гумяш молодой. Сегодня вообще реально очень сложная охота была. Во-первых, еще охотники, гусь вроде начинает круги делать. Вот там за горой ребята, вижу, трое ходят. Начинает круги делать, и вот когда летит туда, видно, видит их профиля, и что-то скручивается раз, потом туда, там фигвам у людей построен. Потом на этот фигвам поднимается. Друг другу мешали, ну, охотиться. Да, людей море. Приехало. Ну, конечно, если бы это мы дома 4 гуся добыли, это было бы, ну, нормальная, хорошая охота. Так, ехать за 3-9 земель. И что-то, видно, гусь сильно настеганный или что. Что-то его прям он отпугивает. Маскировка вроде вообще отличная сегодня была. При этом припорошились, Макса заховали, но гусь раз-раз заходит. И главное, не от солнца, а против солнца даже шугается. Уже не пустые, домой поедем, уже хорошо, нормально. Все, оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угодьях.